уехали с ребенком, мы в пижаме. И я, и ребенок, когда текали. То есть ни вещей с собой мы не взяли, ничего. Я схватила паспорта и все. А жертвы есть? Сколько горя, сколько всего, сколько людей кругом. Это ж... Но у нас жутко. У нас каждый день привозят жертв. Каждый день. And the first days it was thousands of them. If there is some shelling, some bombings, number of them increasing immediately. The Ukraine crisis has driven the largest displacement that this region has seen since World War II. If we would not have been able to transport these and facilitate the transport, this would put the country under very strong strain. It is critical the country gets the support it needs. Вот, расти и развиваться, конечно же, как полноценно, а не как сейчас дети на данный момент, кто подросший, не ходят ни в школу, ни в сады и боятся всего, сидят по подвалам и бункерах. Очень-очень печальненько.